Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про признаки синдрома дырявого кишечника и про небольшие причины, симптомы и осложнения. Во многих случаях бывает так, что действительно синдром дырявого кишечника, говорят, не существует, но на самом деле еще как существует. И признаки совершенно разные. И могут очень сильно проявляться под видом других заболеваний. Соответственно, что хочется сказать? В первую очередь, когда идет хроническое воспаление в кишечнике, у людей с язвенным колитом, болезнью Крона, аллергическим или глютеновыми энтеропатиями в кишечнике на постоянной основе присутствует воспалительный процесс. Также хронические колиты могут привести к длительным диареям и другим последствиям. Как же лечится этот самый дырявый кишечник? Начинается лечение с коррекции первопричины, но могу сказать, что синдром дырявого кишечника проявляется как повышенное давление, как красное лицо бывает, знаете, такая история. Бывает история, которая хроническое воспаление повреждает разные области, суставы. И бывает у человека бесконечные мигрени. Со стороны сердечно-сосудистой системы это приводит быстрее к атеросклерозу, появлению бляшек в сосудах, к инфаркту. Из наиболее значимых метаболических нарушений обычно присутствует инсулинорезистентность, аутоиммунный тиреоидит, ожирение. И как же лечится дырявый кишечник? Начинается, конечно, с коррекции первопричины лечения основного заболевания, но могу сказать, что признаки дырявого кишечника кроются под совершенно разными другими состояниями. И бывает это чувствительность к пище, бывает это проблемы с щитовидкой. И знаете, это выглядит как воспаление на коже, воспаление вообще на теле. Бывают перепады настроения, бывает даже аутизм. В общем, это генетическое бывает предрасположенных, а бывает переизбыток токсинов, стресс, бактериальный дисбаланс. В общем, все эти вещи, они могут привести к серьезным последствиям. И когда мы с вами говорим про продуктовую панель, я скажу, какие продукты важны, нужны для лечения этой истории. И, конечно, супер-супер важно добавлять то, что восстанавливает и помогает вам, потому что проблемы и патогенез очень серьезный. Первое, с чего хочется сказать, это нужно убрать непереносимые продукты. И во многих случаях это рафинированные масла, добавки, молочные продукты. Плюс добавить костный бульон, живые кисломолочные продукты, ферментированные овощи, продукты из кокоса, семена, травы, специи, другие питательные продукты, говядина, баранина, все это очень поможет. При синдроме вот таком серьезном дырявого кишечника могут страдать системы целые. Может начаться и Паркинсона, и аллергия, и другие проблемы, связанные с тревожностью, потому что именно проницаемость кишечника приводит к серьезной тревожности. И это верно. Пишите, у кого-то была такая история, и знаете, если она была, то подскажите, как вы восстанавливались другим людям, которые на моем канале. Плюс могу сказать, что отказ от продуктов, которые привели вас к этому, скорее всего, это сахар, может быть, избыток кофе, может быть, вы химию ели достаточно долго или не усваивали питательные вещества, потому что что-то делали несвойственное для себя, и начались такие проблемы. Смотрите осторожно и работайте со своим организмом.